сказать, вот я много стран повидал, с писаковым он в поезде, я в книжке, он по воздуху, я в сказке, он по морю, а я в сказках, в выдумках, небылицах. Скажу вам честно, мои дорогие, что знаете, было жарко, да, жарко было, и точно узнал, что тепло души вырабатывает только могут кто. Как никогда это наши северные люди. Итак, встречайте радость, ансамбль «Маймбава», Ненецкий автономный округ, под ваши аплодисменты! Thank you.